Всем привет! Это видео для тех, кто очень любит цифры. Минимум теорий и предположений, максимум фактов о Лиге Чемпионов. Оле Гуннар Сульшер принес Манчестер Юнайтед победу в Лиге Чемпионов. Сегодня норвежец осваивается в роли босса МЮ. Вот вам несколько ключевых фактов о битве на Олд Траффорд. Правда, они в основном о Пари Сен-Жермен. Великий Джиджи провел 121 матч в Лиге Чемпионов. Он только что обогнал Роберто Карлоса и Златана Ибрагимовича. Только 9 человек в истории сыграли в ЛЧ больше Буффона. Анхель Ди Мария поучаствовал в 10 голевых атаках на Олд Траффорд. Теперь у него 2 гола и 8 ассистов. Причем 2 голевые передачи случились только в последнем матче между МЮ и Пари Сен-Жермен. Килиан Мбаппе забил в ЛЧ столько же, сколько Роналдо. Когда великий бразилец впервые выходил на матч Лиги Чемпионов, француза еще не было на свете. Поражение от Пари Сен-Жермен стало первым для Оле Гуннара Сульшера во главе МЮ. Норвежец всего второй менеджер Ман Юнайтед, проигравший свой первый лигочемпионский матч. Тут Сульшер составил компанию Луи Ван Галу. Представьте, даже Мойс выиграл свой первый матч в ЛЧ. И напоследок факт, от которого болельщики Манчестер Юнайтед пойдут за валерьянкой. Ну или за коньяком. Ни одна из 34 команд, проигравших первый домашний матч Лиги Чемпионов в 2 мяча и более, не выходила в следующий раунд. Мы забыли о твоем любимом футболисте или пропустили какой-то важный факт? Самое время устроить жару в комментариях под видео. Вперед!